22 июля. 7-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад» в Смоленске. Всем привет, меня зовут Александр Киселев, я ведущий Авторадио. Приглашаю всех 22 июля на аэродром Южный, где пройдет 7-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Приходите обязательно, будет очень круто. Берите с собой всю свою семью, друзей, близких и самых приятных для вас людей. 22 июля. 7-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад» в Смоленске.